Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный. Мы продолжаем освобождать мир от зомби-капиталистов. Перейдем к дереву технологий. Я подумал, что здесь взять. Были варианты, либо тепловую энергию, либо ферму. И, конечно, нужнее ферма. Поэтому погнали. Смотрел, как прокачиваются другие. Антик, например, пошел здесь дерево и вот эти. То есть он потерял 200-300 очков на бесполезные вещи. Потому что деревянные стены быстро заменятся каменными и не имеет смысла их прокачивать вообще. Ну, он прокачал, потратив достаточно много очков. Нет, и у меня бетон уже готов. Можно, в принципе, бетонные стены прокачать, но я не хочу. Я хочу вот так вот и зерновые культуры. Погнали, значит, шахты Донбасса, шахты Ворона. На этой вулканической остроскалистой пустоши вы найдете золотые приски, которые были заброшены людьми давным-давно. Лишь только карканье воронов нарушает тишину этих пепельных земель. Постройте большое поселение и эксплуатируйте ее шахты с ценными запасами, чтобы обеспечить постоянный приток золота для Союза. Между городами и шахтами существует множество точек входа. Вам придется установить крепкую оборону каждого входа, чтобы защитить шахты. Численность населения 700, добыча золота 2000. И крайний срок 56 дней. То есть 2 месяца нам партия поставила по плану, чтобы наладить все на Донбассе. Блин, как прямо в 19 году. В 21 тоже. Прошлого столетия. Я прокачался? Да, поехали. У вас остались неиспользованы. Ничего, нормально, пусть копятся. All the bases belong to us. Известная фраза. В общем, на Донбассе я был еще до того, как там начались события, связанные с боевыми действиями. Интересный вид. Там город, города, потом на заднем... За ним куча поля и вот стадион, например, который там недавно построили к Евро соревнованиям, то за ним прямо терриконы виднелись. И, конечно, специфический вид. Многие знакомые, которые там жили, выехали с той территории. Потеряли свое жилье. Прочее, прочее, что я считаю отвратительно. Вот к чему приводит национализм с обоих сторон. Моя точка зрения, что со стороны России, что со стороны Украины, национализм привел к тому, что порвали Донбасс, и там теперь плохо. Потому что Россия триколорщики власовский национализм, а Украина бендеровский национализм. И это всегда ведет к конфликту. Всегда. Националисты разных национальностей друг друга ненавидят. Так, что можно сделать? Пока ничего. Нужно идти сюда вниз, потому что здесь камень. И, соответственно, очень нужно камень получить. Где у нас тут? Ага. Стали. Работают наши комсомолки. Ночь. Полно ужасов, да. Все, привезли первую партию, привезли людей. Где-то здесь нужно делать, где можно электричество. Вот так вот поставить. Ну, наверное, других вариантов я не вижу. Что можно с питанием? 18. Ну, давай здесь и кушать будем, да? Здесь 18, и здесь где-то еще поставим. 16. Ну что, 16 можно поставить, можно 17, 14. Давай здесь 16 такие еды. Это пока очень нужная вещь. Тише, тише, тише! Комсомолка, не волнуйтесь. Так, солдат у нас пускай делает там маршрут. Что у нас сверху? Сверху пока я не вижу угрозы, но вот подходят.
подходят придурки, поэтому давайте здесь зачистим. Стоп. Пионер прям попал в передрягу. Давай, работай, пионер. Еще отходи. Что у нас? Комсомолки. Комсомолки, пожалуйста, вот так сюда и в патруль сюда пошли. Все нормально. Я думаю, смогут справиться здесь. Давай, давай, давай. Работайте, работайте быстрее. Молодцы. Комсомолки здесь. 589 уже, но нужно электричество тянуть. И еще жилье ставить. Вот прямо сюда нужно жилье ставить. С этой стороны. Давайте. И как всегда у меня вот здесь, перед железной дорогой. Люди живут. Ну, заселяю как раз центральный район, там, где железная дорога. Все, пошли. Атакуют. Дорогие мои комсомолки, пожалуйста, убейте с этой стороны падл всяких. Вы молодцы. Встаете вот здесь. И пошли на патруль вот сюда, давайте. Солдат. Давай поможем отстреляться здесь, пионер. Смена. Ну, эти справятся. Вот тут надо. Смолки стреляют, отлично. Теперь наконец-то можно сделать что? Правильно, 19 дерева здесь. Здесь очень мало дерева, пока мне это не нравится. 13, 14. Давай 14 дерева. Первое деревянное, 15-й день будет нашествие. Да, значит, нам нужно успеть сделать. Order, sir. Let's get them! Что? That will be easy. Правильно. Ворота и закрыться. И еще и казарму успеть сделать. You are gonna pay me for this, right? Так, девушки, пошли сюда. Зачищайте, очень нужен камень. Я пока как раз поставлю здесь электро нашу штучку. Так нормально будет, да? Угу. Все, что по еде? По еде нормально. По еде сейчас должно быть вообще зашибенно. 13 там что-то есть. Ну, пока мне не надо еда, мне нужно еще население, наверное. Не знаю, нужно ли мне прям так население, но я его почему-то делаю. Значит, нужно. Разделаю, значит, надо. Все, материалов не хватает. Отлично, солдат идет сюда. О, да-да-да, вот и пошли через низ. Что там у нас? Все нормально, да? Комсомолки, давайте, работайте. Солдат, иди сюда. И на патруль вот сюда. Тут пока нормально, держимся. Вот, здесь уже перекрываю. Я достал линию, где я хотел перекрываться. Вот здесь я и буду закрываться. Давай. Назад. И быстренько. Что не хватает? Древесины 30. О, есть. Древесина. 7 камня. Ну, нормально. Нормально. Камня хватает. Становится здесь. И на патруль, пожалуйста, побежали вот сюда. Вот это кто такой? Не-не-не, вот этого убейте, пожалуйста. А потом всех остальных. Вот его. Уходите, уходите, уходите. Кто там? Но он справится.
Я в него верю. Это же Василий, он еще помогал Ленинград защищать. Если кто смотрел с Чейзером прохождение наше, по красной угрозе должны знать его. Василий молодец. Он выжил в Ленинграде, он выживет и здесь. Я в этом прямо убежден. Пошли сюда. Добивать. Не-не-не-не. Все. Значит, отлично. Нижний проход я уже закрываю. Прям я это чувствую и вижу. Здесь уже... Ну, наискосок, наверное, пойду, да? А чё бы нет? Да, пойду наискосок. Теперь мне нужно... Казарма, что не хватает? На казарму еще не хватает камня, я так понял, да. Значит, еще электропитание. Сюда. Вот так вот. Здесь уже нормально. Здесь, если что, перекрою вот, вот так вот. И очень нужно... Рабочих у меня хватает пока. Электроэнергии хватает. Если что, я всегда ее добавлю. Что с едой? Едой тоже нормально. Можно даже, знаете... А, деревянных пока я не могу делать домиков. Это надо изучить, эту технологию. Так. Эффективных менеджеров мы уничтожаем в нашем... В нашей коммуне не нужны эффективные менеджеры. Извините. Эффективные менеджеры, ну, как-то обойдемся без вас. Мне кажется, даже будет получше. Вы слишком эффективны, понимаете? Воруете. Солдат прокачался, просто молодец. Ну, он там справляется, отбивает большие орды. Что у нас? 7 камня, да? Здесь построили еще электроэнергии, давай качать. Вот где-то здесь и закроемся, да, наверное. Так вот и, наверное, ну там пока отбить надо. Значит, нижняя часть меня уже успокаивает, то есть я себя чувствую здесь прям очень спокойно. Все. Значит, я снял отсюда одну нашу... Нет, вот эту. Комсомолку. Пускай идет, работает. Вот здесь. Убивает всех возможных противников. Молодец. Снизу я себя чувствую спокойно. Что с... Уже можно столярную мастерскую сделать, но... Что на хазарму хватает? 20 камня. 14. А столярная мастерская требует камня? Нет, не требует. Хорошо. Хорошо. Значит, давайте вот где-то здесь. Нет, здесь ее не поставить. Ну, чего? Придется вот тут вот ставить, да? Давай, поехали. И электроэнергии не хватает? Не хватает. Деревянная мастерская уже есть. Фактически. Какой третий день? Камня пока не хватает. Нам нужна будет казарма очень быстро и срочно. Пока. Давай электроэнергию где-то здесь поставим. Возможно, да, вот так вот. Кто? Ага. Давай, возвращайся. Домой и патрулируй за пределами ворот, да? Справишься? Да, эффективный менеджер стучится, говорит, впустите, я тоже хочу с вами в коммуне жить. Но, увы, ты слишком эффективен, менеджер. Слишком много воруешь, слишком много в тебе капитализма, как бы. А нужно поменьше. Отступаем. Все, здесь идет патрулирование. Собственно, знаете, наверное, уже можно даже воротами закрываться, да?
Где у нас опасность? Ну отступи. Отлично, там помогут. Встал. На патруль. Вот сюда. Пионер прокачался. Хорошо. Это почти построено. О, теперь можно казармы начать делать. Казармы. Рабочих не хватает. Серьезно. Ну что ж, давай еще рабочих. Здесь. А чего не хватает им? Еды, наверное. Еды не хватает. Если не хватает еды, вы скажите, я смогу что-то с этим сделать. Если не хватает чего-то другого, то даже не знаю. Так, с этой стороны. 17 еды. Давай. И здесь еще вот 14. 15 не поставишь. 12, 14. Ну, давай вот здесь 14. Рабочих не хватает. На... И еще одну. 70, отлично. Что у нас здесь? Ну, по-любому вот здесь ворота идут. Я просто, чтобы дерево потратить, у меня реально много дерева. Соответственно, чтобы его стало чуть поменьше. Хорошо, здесь, значит, стоит все. Давай здесь попробуем проходную. Здесь можно сделать вот так вот. Да, ворота. И такую легкую проходную. Если кто-то там будет мешать. Добивай. Где? Вот же сволочи. Уже пытаются ворота прогрызть. Но у меня тут солдат нормально защитит. Все, хватает снова дерева. А почему нельзя? Солдат, пройди сюда и посмотри, кто там мешает нам построить, закрыть полностью. Красиво так. Ворота. Чтобы никто не мешал. Мы хотим уединения. Мы хотим приватности в нашей коммуне. Отлично. Нормально, пошел сюда добивать. Все, должны ворота поставиться, правильно? Отлично, ворота стоят. Теперь вот здесь вот так перегородится, и у нас уже более-менее нормальная территория защищена. Но нужно теперь ломиться вверх, потому что там металл. И этот металл нужно добыть. Внизу у нас все нормально. Я так догадываюсь. Комсомолка все защитит. Отлично. Давай на патруль. Вот так сюда. И вот так вот. Снизу у меня все нормально. Солдат, вставай здесь. Помогаем всем. Есть снова нормально. Знаете, а у меня хватает? Нет, не хватает. Значит, поехали. Дом делать. А потом ферму. 400. Да, нужно... Еды пока мне хватает. Нет, именно домов не хватает. Ладно, закроемся. Все. Здесь почти закрыто, да? Что нам мешает? Кто мне мешает здесь достроить? Еще есть кто? Кто мешает? Почему? Враги находятся слишком близко к этому месту. Ага, понятно. Ну теперь. Ну теперь-то уже можно? Да. Отлично. И сразу двойной забор, чтобы... Ну так, на всякий случай, как говорится. Any orders? Great idea, sir. Of course, ну давай, пошел в патруль, ты пойдешь патрулировать вот так сюда. Let's go. И сюда. Ну,
Значит, здесь у меня все нормально. Мне нужно прорываться прямо к металлу. О, есть! Бери металл. Побежали. Стоим. Теперь казарма должна построиться. Мне хватает людей для казармы? Не хватает рабочих. Еще дома не построены. Придется здесь ставить. Не поставить. А почему не поставить вот здесь вот дом? По идее же должен вполне нормально ставиться домик. И здесь. Вокруг нашего центра. Пятый день уже. Опасно. Работайте. Все, привез. Ну, я понял. Дерева нам прямо очень сильно хватает. С избытком. Я пока не вижу смысла в том, чтобы напрягаться и делать что-то большее. Я вижу, что вот этого дерева хватает. А вот электроэнергии. Не знаю, не знаю даже. Пошли, закрываемся. Стоим. Защищаемся. Не успел я построить, конечно, еще рабочих. О, нет! О, нет, кто там пробежал? Твою мать. Отходим сюда, сюда. Уходим. Уходим. Это, конечно, сложная ситуация сейчас, солдат. Беги сюда, живо помогай. Не-не-не-не, девушки, идите сюда. На себя, зомбаков. Не надо, только зомби. По-моему, это еще не заселенная была палатка, да? Добей его, пожалуйста, солдат. А эти справятся с зомбаками, которые еще здесь что-то делают. Оба. Где? Где-то прорвались. Нет, здесь никто не прорвался. Но там стараются прорваться, да? Значит, бежи сюда, ученица. Ага, вот где прорвались. Давай, давай. Успел восстановиться или нет? Да, успел восстановиться. Солдат, восстанавливаем нашу электроэнергию. А этой лучнице нужно прям внизу море. Ого. Ладно, лучница, ты стой здесь, солдат, живо сюда. Давай, стой и охраняй. Мне хватает наконец-то рабочих на казарму? Да. Я бы ее вот здесь бы расположил, но что-то ее здесь нельзя расположить. Может, здесь еще и дерево, конечно, добывать, но давай здесь. Погнали казарму. Делать. Лучница, подходи сюда и пошла на патруль. Вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Все. Стеночка. Стеночка тут нет. Да я понял, что они пытаются пройти снизу, да? Вставай здесь, разбирайся с ними всеми. Что тут? Давай, работай. Я успею сделать какое-то количество солдат. Шестой день, ну, пока нормально. Да что ты тут делаешь? Тебе же сказано не так бегать, тебе сказано... Пауза. Вот так вот патрулировать. Сюда.
сюда. Как же? Сюда. И вот так сюда. Все, все на ремонт. Здесь можешь, да. Вот и нормально. Здесь, значит, тоже давай оборону. И вот так вот. Пока не могу закрыться, да? Пока не могу закрыться. Есть. Ну, нормально. Теперь с этой стороны я закрыт. Где они пытаются прорваться? Ну и что ты делаешь? Твою мать, wait. Тебе ж приказано идти вот так вот. Патрулировать. Okay. Побежала, патрулируй. Our defenses are being attacked. Есть. What do you want now? Yeah. Все, здесь нормально. Вот сюда нужно быстро нестись. Прямо очень бешеными темпами. Потому что там сталь. А сталь это пехота. Что еще можно улучшить? Давай ферму. Еды как раз не хватает. А затем будем исследовать уже все остальное. Еды не хватает, да? Так, что у нас здесь? 16, 17, 18. 12. Думаю, 12, здесь что? 15. Нормально. Пока здесь хватает. Это 10. Сюда не поставим никак. Только 10. Ну, раз 10, значит 10. Солдат. Давай сюда. Помогай, начинает стрелять здесь. Стоп, подстреливай. Waiting on orders. Солдат стал. Есть. Еще не хватает еды чуть-чуть. Our soldiers are in trouble. Где у нас? Здесь вот. Лучницей проблемы. Okay. Orders, sir. All right. Подходи сюда. Получается, как бы будет прикрывать. Лучница, давай вставай сюда в патруль и сейчас пойдешь патрулировать. Собственно, вы больше ни на что не способны просто. Кроме как патрулировать. И сюда. А вот солдат, разбирайся. Еда готова, да? У меня стали уже нету, хорошо. Всю сталь потратил. Ну или как хорошо, плохо. Нужно еще стали, конечно же. Но пока это невозможно. Есть, убила бегуна. Тут нормально. Снизу я уже уверен, значит. Давай хатки все. А что не хватает? Денег не хватает, да? Пока самый сложный вопрос это деньги. Есть. Население у меня 124. Снизу там все справится. Самая большая проблема сверху. Пехотинец пошел сюда. Главное успеть, знаете, шахту построить тогда, когда, собственно, закончится металл, закончится очередь производства вот этих пехотинцев. Я быстро тянусь к металлу, как только это возможно, но пока... Поехали. Так, значит, Ctrl 3. Пошел сюда, переключается тоже. У меня есть три пехотинца.
нормально. Они смогут зачистить. Отлично. Тоже пошел сюда наверх. Жизненно важно захватить железо. Сталь. Я здесь. Где-то пытаются прорваться. Ну, там меня не беспокоит. Там я уверен в том, что, скорее всего, все выстоит. Но здесь еще электроэнергии, я смотрю, маловато стало. Ферма уже изучена, значит, можно поставить ферму. У меня золото, 300 золота. Сейчас как раз приехал поезд. И привезут. Привез золото? 258. Чё так мало? Чё так мало? Больше давай. Еще один солдат есть. Не, на некоторое время придется прервать все-таки производство солдат. Просто не успеваю я. Захватить. Стоп. Давай. Стратегический ресурс. Вот тут вот буду преграждать путь. Стоп. Вот этот солдат, убивай. Есть еще один солдат, да? Последний солдат. Ну, придется пару лучниц сделать. Ничего не поделаешь. Просто иначе никак. Здесь, наверное, вторые ворота надо. Здесь не поставишь вторых ворот. И стенку пока вторую не поставишь, потому что много противников рядом, да? Стой. Следует здесь. Let's go. Пошли. Нет, электроэнергия нужна. Электроэнергия нужна вот здесь, чтобы закрыться. Пока так. Тройка, стой. Давай, работай, работай, работай. И можно будет сразу шахту тогда железную делать. Девятый день, да? Что у нас здесь с обороной? С обороной пока нормально. Ага. Давайте. Вставай здесь. Солдаты. Ой-ой-ой, солдат, солдат. Уходи, уходи. Нет, один погиб, к сожалению. Ctrl 3. Отбегайте. Ох, здесь толпа прямо быстрых. Походу, это очень плохо. Это прямо очень плохо. Давай, отвлекай на себя. Пошли сюда. Давайте, ребятки. Солдат. Что у нас здесь? А ты пошел сюда. Отлично. Это просто очень серьезная проблема. Давайте, ребята, помогайте. Я прямо не знаю, что с этой толпой делать. Стали здесь. Защита работает? Работает. Здесь такие... Давайте ворота укрепим. Вот. Эти самые... Стены. Пускай так. Стоят с этой... Внизу все нормально. Внизу все нормально. Ферма теперь. Точно, еда. Где эта ферма? 52, 58, 50... Ну давай, 58. Раз. И где-то здесь еще. Пока не хватает. Дерево, камень. Каменная мастерская? Да, давай изучаем каменную мастерскую. Очень понадобится. At your service. Еще солдаты сюда. Как раз на замену погибшего. Yeah.
Здесь лучницы. Где они? Они уже где-то... Блять, еще одного потерял солдата. Это прямо очень плохо. Отводи их. Давай, давай. Ребята, давайте все назад. Не успел я железо прорваться, я рвался к этому железу, но так ничего и не получилось толкового из этого. Четверка. Пока нужно здесь отбиваться. А потом дальше пойдем. Все. Готовы. Четверка, да, у нас. Немножко перепутал. Все. Солдаты, подходите сюда. Стоп. Блин. Что мне теперь делать? У меня нету. Железо делается пока с это. Давай, население 700 мне, по-моему, надо, насколько я помню. Входим. Пошли защитим вот эту вышечку. Отлично. Здесь вот еще есть три. Пошли сюда защищать. Нужно очень быстро ворота делать. Зачищаем. Отлично. Комсомолки. Пошли работать. Просто умницы. Все, здесь зачищено, да? Отбегаем. Продолжаем работать. Так, теперь стены. Ладно, давайте проходите сюда. Right. Давайте вот здесь зачищайте все. Стоп. Come on. All right. Стоять здесь, помогать. О, еще сталь, еще сталь, то, что надо. Отлично. Значит, производим пехоту. Давай вот тут вот. Пошла на патруль вот сюда, в принципе, да? Все, теперь стали должно хватить. Рудник. Сталь. 5, здесь 4, здесь 4. Ну, вот так максимум 5. Давай. Отходим. Да, твою мать, блин. Солдаты, подходим сюда. Лучницы, отходим. Давайте. Отходим еще. Твою мать, блин. Уходим, 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 уходим. Бегунов снова пошло, блин. Еще солдаты. Какой 11-й день? Осталось мало дней до... нападение. Все, а это максимум, кстати. Больше я не смогу сделать солдат. Потому что просто не хватит денег. Здесь деревянные. Население 176. Пока так себе. Пока так себе. На рудник не хватает золота. Где у нас? То же самое, пошла патрулировать. Вот так вот. Вот эти девушки.
Сюда, пожалуйста, ты в этом справитесь. Вот давай, убивай. Новая волна. Еще одна волна пошла. Переключились, стали здесь. Давайте. Ведите всех этих гопников сюда. Отлично, теперь хватит. Закрываем. Вот же ж, блин. Давайте, ведите их сюда, к солдатам. Нормально? Снизу прошли. Серьезно, блин. Пиздец, блядь. Пошел сюда. Так, теперь нужно мастерскую ставить. По... Что мне хватает? 1000 золота и 20 рабочих. Долго я ее еще не поставлю. Пошли сюда. Снова восстанавливаем электроэнергию. Да, пока с металлом вообще ничего не получается. Тоже включают здесь, я подумал. Идем сюда. Очередные бегуны. Встали сюда. Еще два солдата. Переключаем, пошли сюда. Ну, в этот раз получится поставить. Рабочих не хватает, да. Но рабочих можно достаточно быстро сделать. Это превращаем все в домики. Отлично, чтобы у меня уже в палатках никто не жил. Не люблю, когда люди живут в палатках, мои работяги. Ну, убивайте. Там должны справиться. Так, вот это. Давай сюда, бегай просто вот здесь. Вот, и не отвлекайся больше на людей. Все, с этой стороны два солдата стоят. Отлично. Все, теперь можно уже закрываться. Стали. Ну, наконец-то, ворота здесь. Одни, вторые. И давай первую линию. Не хватает только, да. Есть. А здесь еще электроэнергия. Кстати, что у меня с электроэнергией? 12. Скоро нужно будет построить. И здесь закрываюсь, да. Вот так вот, в принципе. Как? Вот, а? Здесь можно поставить? Здесь уже нельзя поставить, да. Вот отмена. Вот здесь вот. Ученицы, проходите сюда. Нормально. Все пока идет по плану. В принципе. Так, прикрываю. И вот так вот прикрываю. Все, закрыл. Правильно? Закрыл свою копальню. То, что и нужно было мне сделать. Осталось только вот здесь. Последняя линия обороны. Камень я уже могу делать. А, нет, надо 1000 аж золота и что там еще. Ни древесины, ничего не хватает. А, это все.
Переходишь на такую вот тактику ведения огня. Tell me. Come on. Что у нас здесь? 13-й день. Жалко, нужно было бы, конечно, успеть каменные стены, но я не успеваю каменные стены сделать под 13-й день, к сожалению. Что с пищей? С пищей нормально, пока хватает. Поэтому почему я не могу еще солдата? Ну, еще солдат. Мне нужно хотя бы 20-ка солдат. Пока, в принципе, комсомолки тоже нужны, но их нужно будет потихоньку менять на солдат. Мне не нужно только количество комсомолок. Становимся сюда. Аж целых 8. Я их просто пока есть. Пока первая волна, пускай будут отбиться. Все, вроде все проходы перекрыты. Да, считаю, что все проходы перекрыты. Здесь давайте вот этих палаток. Почему вы до сих пор в палатках живете, ребят? Ладно, побежали вот сюда. Девушки, девушки, помогите тут. Уходим. Стоим солдат здесь. Все, пошли. Отлично. Все, там нормально, там справятся. Вот эти девушки, быстро сюда. О, толпа! Откуда их столько взялось? Солдаты, живо сюда. Ты видишь, что там вышло? Назад, быстро сюда. Нужно будет восстановиться. 40 хватает уже. Рабочей энергии не хватает, понятно. Энергии не хватает. 6. Еще дом. Еще дом. И еще один дом. Нет, не хватает уже электроэнергии. Но следующий дом. Ну понятно. Там захватят. Пошли сюда. Давайте, работайте. Что здесь еще стреляет? Давайте сюда. Восстанавливаем. Четверка сюда пошла. Встали и стоим. Откуда они? Восток. Восток, это отсюда они идут. Да? Восток дело тонкое, правильно. Ну, здесь вроде все закрыто на максимум, как можно. Здесь поставим вот такие вот колышки. Это как бы дополнительное укрепление. Значит, и что еще? Я, наверное, вот здесь вот перекрою проход. Сделаем, да. Пускай будет с востока, значит, все ребята возвращаются сюда, солдаты. Сейчас нужна оборона. Это запад у нас. Значит, девушки, вы начинаете патруль, вот сюда идете, сюда, вот так вот проходите. Что мне нужно здесь? Нормальная защита. Не надо, чтобы здесь кто-то еще прорывался. Давай, восстанавливайся. Сколько у меня здесь солдат? Еще можно? Давай еще солдат. Так, это все солдаты или нет? Или еще где-то лежит? Где-то здесь я не вижу, чтобы
городе. Здесь не вижу. Let's go. Пошли сюда все. Включаемся. Солдаты должны справиться. Если что, то тогда я поставлю еще один отряд. И, собственно, на этом можно закончить. Видео будет, как я отобью атаку. Пошли. Встаем. Ага, вот еще солдат. Если что, да, они пошли отсюда. Шикарно. Так, пожалуйста, все подошли сюда. Всем включить Ctrl 3. Кстати, можно же толпу отводить от своих стен. Или, например, направить ее на поезд, да? Не получилось на поезд, да? Но пока пусть ходит вот так вот. Вот эту толпу. Давай. Отлично. Пусть пока они там стреливают, а на основную толпу вот так вот отводят. Давайте. Сюда пошла. Подводи их под стены. Под монастырь. Отлично. Давай, пробегай. Не-не-не-не-не-не-не. Комсомолка, держись, ты мне нужна. Ты хорошая комсомолка. Ты ветеран же, да? Ты уже столько пережила. Отлично. Не, с другой стороны зашли, да? Вот это, блин, херня. Пока я там смотрел, что у нас происходит, а тут зашли. Переключайся на режим обороны. Сверху еще. Нифигово. Так, а что с воротами? Можно здесь как-то поставить их? О, отлично. Да, все, здесь закрываемся. Нормально пока. Держимся. С этим всем справиться. Конечно, одну стенку я не доглядел. Ну, что поделаешь. Что не хватает? Пищи хватает. Так, давай еще. А на ферму энергии не хватает и древесины. Окей, там все восстановлено уже. Да, функционирует. Если что, можно еще один. Сделать. 24-й день. Следующая волна. На 24-й день мне уже нужно иметь каменные стены, по-любому. Отлично. Давай, солдат, сюда. Ты справилась, умничка? Солдаты, сверху, пожалуйста. Успокойте вот этих ребят. Control 3. Есть. Так, ремонт всего, что есть. Отлично. Ворота. Ворота здесь не поставить. Ну, все выстояло. Теперь только еду нужно. Еду, электроэнергия. На этом все. С вами был Playboy Атомный. Только революция, только победа. И до следующей серии.